Дараба Джакускай Корет. Итюкин кин корет поталахтахтара. Сахар Республикатын художниктарын союгын Арцитым галереетын алып тағай кеті Мигин Асторияға илджер күрдік. Бұтығынан кепсерге бүгін тағастақ күнінне. Саха сирен художниктарын союгун студията Арцитым икетинча сербес алгарылыбыда. Ол Саха Республикатын Илдар Хаммыт Граны көмітмен халыбыда. Проект салаячыда Василий Николаевич Амадаевыда. Ол Султанала студия бұтлық тоқтылы соқылелер. Бүлігінен онна художниктар бейлері, тұс бейлері ғыставқалары болалар. Ойылурға үйретер, мастер-класстар, художниктары күрсүйлер мұнна нар болан тақсалар. Мы все художники, конечно, очень благодарны Союзу художников. И то, что они создали такую прекрасную галерею. Здесь уже были до этого много выставок, всего тоже уже несколько выставок. Ну и вот очередная выставка – это по поездкам по Монголии. И то, что даже Союз, вот последние поездки, они и организовывали, и финансово поддерживали, значит, вот это очень хорошо, и в будущем тоже планируется много поездок. Но я хочу сказать то, что вот наша поездка была одна из самых первых, ну, мы сами по собственной инициативе, благодаря иркутским художникам, 2009 год, значит, вот, значит, они нас пригласили, и мы вот на машинах поехали из Иркутска через Улан-Удэ в Улан-Батор. Это была прекраснейшая поездка, конечно. Вот, то есть мы сделали очень большой такой крюк, прямо поперек почти по всей Монголии. Доехали до пустыни Гоби и потом через столицу монголов Каракорум. Сейчас он называется Хорхарин. Очень интересная такая столица. Поездка была очень интересная со всех точек зрения. И этнографически, и по природным качествам, как путешествие, значит, да, и по историческим каким-то моментам мы проехали. Ну и, конечно, мы как творческий пленэр было, также писали, в общем-то, этюды. Вот. По этим этюдам здесь на моей, вот на этой выставке висит две мои работы. Это не точная копия, конечно, как бы с натуры, но в принципе сохранен тип, значит, характер. Это желтые горы Монголии и красные горы Монголии. Что удивительно, вот не зря вот именно желтые и красные. Потому что когда мы ехали, вот едешь вот по степи, вообще прекрасно, она такая длинная, бесконечная, да, вот. И вот едешь, смотришь, горы, правда, желтые. Потом дальше-дальше едешь, ну, видать, из-за вот какого-то вот эффекта происходит, да, едешь такие синие горы. Такие, ну, удивительно, конечно. Вот, я бы даже сказал, что... Ну, я вот нисколько не хочу там приукрашивать как-то, оно и правда, я просто рассказываю свои эмоции такие, да, оно правда и вдохновляет, да, вот именно, почему даже неудивительно, что вот монгольские художники очень много работают, у них прекрасные работы, они пишут, вот широкая степь такая, да, монгольские, и работы у них такие большие, широкие, вот, видать, это вот есть взаимосвязь, да, вот это. Я потом как-то сделал, вот когда я вот, например, до этого выезжал на пленэр вот по республике, да, у нас же как это вот такой
пересеченная местность, значит, да, она как-то вот это пространство такое более где-то камерное, да, и вот как-то это автоматически так происходило. Потом, конечно, студийно ты уже композицию сколько-то рассмотришь. А когда туда приехал, там все широко, все большое, небо. Вот не зря на, вот на слово «тенгри», да, голубое небо, правда, от конца до края. И оно такое высокое, очень, правда, высокое, чисто такое высокое небо. Вообще, вот, и даже такое было ощущение, что, я не знаю, ну, это мое личное ощущение, я, когда ехали, у меня такое ощущение, что я домой попал. Да, вроде как бы так. Как будто здесь когда-то был, вот это чувство. Если, например, какие-то вот в центр куда-нибудь едешь, там же чувствуешь все равно себя гостем. Идешь по большому городу, там еще, все равно гость. А здесь ощущения совершенно другие были, такое ощущение, что я попал домой. Ну, супруга моя смеется надо мной. Ну, ты же подумал, Чингисхана, я говорю, ну, так шутит, конечно. Хотя, вот я не знаю, она рассказывала или нет. Один раз она, мы одолжили книгу, это «История народов мира», и там это такая вот книга, 19, конца 19 века, и она там один раз смотрела, говорит, о, там что-то закричала, говорит, иди сюда. Я прихожу, там гравюры 19 века. Я посмотрел, прям удивился. Прямо один к одному мой портрет. Манго. Она после этого меня стала называть это самое. Может быть, тут какая-то взаимосвязь есть, в общем-то, с этим? Ну, не знаю. Ну, прекрасная вообще страна и место вообще. Для художника это вообще великолепно, значит, туда есть. Сүрүндән қаз бейдей ұстықка бұд 2 недел ұстата болыр. Бұл білген краски другой земледен ұстықка болатырар. Союз бұд художниктар арас сылдарға Монголияға, Владивостокқа сылдан ұрғида бұд пленарны үлелерін көрек құтын сөп. Қаз бейдей художник бейді тұғынан көрілек, бөжарда, ғынна атынатын арас ұрғы ұсқолатын аспыт боланнар бұл ұстықканы көрер қолығын интересіне. Атын регион онна дойду әйгетін саха художниктара бұл қайдақ көрілерін білсе қатын сөп. Екетінші бір сылға мұны студия бұдығар «Живая Арктика» ден выставка бұл бұда, республиканскай. Оны ол выставка сетігіл әқті қаған, жон болған тоты құмиян бұл білейін тағамы үрден Национальный художественный музейға сетінігі арылықтақ. Была мы тогда все художниктарка, гамлюхен, то студия риарген а вот а ты студия там, а ол твой бедан эми его сетинике была на бед. А бу залго рут эми сибиске кем кемигер ми художественный салон барете, оно сюргутен кабите бед. Эсте да ане анагалы хайсхане онста салдявут, эльбах ремонт или табаратурар. Союз художников Якутии – это общественная организация, в которой состоят профессиональные художники различных видов. Это ну, и живописцы, графики, скульптора, театралы, искусствоведы, мастера прикладного и народного искусства. То есть вот полный спектр таких вот, ну, всех искусств, можно сказать. Ну и, конечно, Союз художников имеет ну, такую давнюю историю. Он был создан в 1941 году. В прошлом году мы отмечали 70 лет его создания. И было очень интересно, провели огромную выставку в Национальном художественном музее. И было очень хорошо, интересно. Союз художников служит для объединения, общения профессионалов и устраивает выставки, так как это структурное подразделение Союза художников России, соответственно, практически на всех выставках Союза художников, больших таких, это и международные, и российские, всероссийские выставки, мы также участвуем. В этом году мы уже
участвовали во многих выставках, например, в МОМА, в Московский музей современного искусства выставка была. Ну, это была не Союза художников, но все равно там члены Союзов участвовали. В этом году у нас очень много приятных событий. Членами-корреспондентами Академии художеств стал Джоустан Афанасьевич Байтунов. Почетным членом тоже Российской Академии художеств стал Михаил Гаврилевич Старостин. И, в принципе, Союз художников старается вот, выдвигать наших заслуженных, таких почетных художников на хорошие высокие звания. Мы очень рады тому, что вот у нас в Союзе художников появилось такое выставочное пространство, на котором делаются всевозможные выставки. Здесь большинство, конечно, персоналиев было представлено, даже вот моя выставка была персональная о акварели, да. И сейчас идет выставка с этюдником по миру. Здесь представлены работы, которые были написаны в прошлом и в этом году в Монголии, во Владивостоке, на Алтае. В общем, вот куда ездили художники. И Союз художников старается, ну, немного помогать материально с этими поездками. Проект Патата Арт Альянс это ол бигинектен атап биттен художниктар бәйбелерин катары көрсөр бирге хумстар сир ситим һәр сирдәре бар булырын курдук олен арт ситимген атап бит. Ситим арт галерея был 2 сыл болды арылыбыта. Бу Кутфон руку корпугар. Вот. Манна Краки гинам баран компактный бан еще байзальчик. Бу ике заллах, онда еще ванна. Да? Манна былырын, мин кергеним Георгий Николаевич Рушетников. Персональный выставка за номер бута. Акварель, кен акварельнен лелир. Вот. Персональный выставкага ну, дежурная дека сёп, лохана сух выставкага, кроме юбилея, нага нормальный, компактный. Но манна нагеление, дёнор следяхтарн, конечно, тудяган ден багарабыр. Обычно выставкаларга юксин художниктар бейлеры сыдячылар. Онан баллаганна сахалар аяган сайдыгын, выставкаларга гыджар болун. Музей Касаджар Болон, художественный музей обязательно, ну, краеведческий еще-то, Джигинан, Кирибарта, Деревня Лертенька, Лембраннер, краеведческий музей обычно Саджарлар Болбатта, Антон Болагана, художественный музей Наганада, то бар, еще гайбит бартон натурар, он на бу арт-галерея сидим, то Янгара Болуолама на Уларьен Гербустапка, он бейни камсатар, Инники дикий аннер был картина галерея. Был билинги выставка в Лаганатох. Ну, можно сказать, с этюдником по миру, хотя этих с этюдником миру ден, по миру ден онлайн выставка был Рымбол Бутам, Тоха Юргаль галереяга, Антон был Лаганна, художниктар айылганы сурияларын наға таптырлар. Беге именно үлебит тағынан, основной үлебит тағынан айылға сурияны сыньяна тария рухиду ұт. Хотя это сыньялан болбата, хотя қайдақ кейі илістер сылайар үледі. Онлық болғана беге бұл Рушетник автор художник семья бут Георгий Николаевич, кини дизайнер, мен была на керамис художник бун, она была биги Альбахта Байкалга жүрбут, вот она Монголияга кастадан сырты бут, я Монголияна жакайда сөйлөйтү бит, сөп, бастан бара бутер, аягын билбекке бар бут, Иркутская художниктар ыңыраннар табарсты бут, ыңыраннар бар бут, Байкал
кәніттен оны международный пленер болбыта, ол кәніттен международный пленер Монголия бар бұппыт. Оны боллағана Монголия құрдық кен, коң, ұлғандай дуга жәбейге мандық алларадықтан картыты мандық сытар, тора мары мандық айынады, паши бір есі жәбіппыт. Оны боллағана бұтан-бұтанны кірі-кірі-ті қайыннамыд, үсті төтті қонық тоқту тоқту бұд ұрғыды-ұрғыды баран ішпетпет аға. Ұлғаның ден сөбілен кәлбетпет, аяғын үрдәғын соқпетпет, тұмышта Монголия ден аяз бұрысты кен қол маңы қайзы істеп дойдыта. Оны кене бейті аяз туқыра атын үшігейдердәғ. Допустим, мен болғаны туқтен өйдәтім. Монголия ден үпраз дойды. Оны тоқтағаны бөқ сағы кейін көрбәк көл. Да такой степени ұраз дойды. Олен кейін асынен әрәбет, оны бұлла бандық масығынан біле енна неген көрігін. Қаяттан қая, арағынай формалақ, арағынай ұнақ, қайылар бардар бары неәлдері. Оны тұран сердері аяз барыда қырқы мел қайтаз дойды. Олен бұллағына бейгі дойды бұл көрді, бұл саға селін көрді 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 Гобига яғын күджік Құранық дойды. Вот, олеген болғана аяс масынан аяннан еңен көрігін қалланы, бүтінгі қалланы көрді дойды. Оны болғана бастық остановкаға бұл ұрғида бітім, оны болғана ұрғиду тұран өйде бітім болғана. Мана тұқ скала арай Чингисхан көрді көрігін. Сөп? Чингисхан көрді кене маңдық. Әбетті дұу кені маңына бойыттыры дұ құрды көрөбін. Өсі дағы бұ кәнелер маңын болғағына тұлғы күрдегас жақтар обырға бар әді. Оның бұ әтюд, олеген бұла маңын ұспейдан сұрибаққа ұрғидаваққа қал бұдым. Бұ кәнеттен өсі жаға кәлен бары студийіні берілуіне ор бұдым. Он тұқпын болғана екі сырға Монголия барам-барамын бұстапқа бол бұта, сақалар онда бей бұстапқа ұмыр бұтты толқайынтен келерге біләқтен кіп іспетім. Сөп, олейін бұ етюд бүппәті қолі. Етюдтен вапше білі қылғас кәміне кеге ұрғидыр болға де. Онан болғана, оны сухой пастыл, онан болғана атын болғана ұрғы айқал тұқтен, ұрғы айқал тварца Голубых небес тен. Ондан болғана, ошы Монголия сақалар сыделлергер бағарабын, ұңырабын, онына баран кейсіңенін сөп аяғын бияға келер довольны чугастар. Арт сетімден союз художников сақайры негенен галерея болар. Сыланы әртөрарлы бұта. Оның бұл бейі сойыз бұл маңдық тұспа бәйті галереялынан Римуын оғылдан бұл білген Нұрокқа ең саңа білінәнерер. Құдожниктар, сойыз бұл құдожниктар маңдық өчаратынан бәдірі бұстапқа оңыр олдар. Оның бұл бейі өчараттақ бұстапқа бұл Монголияға қастығылақ пленерті мүгінен Қолбауып тем болады, әлбе художник мұстан пленер үлелерін бұстап қалап тоқтырын көрігіп бұл. Маңына оңтан тақы художник бар бұл ақ, бары бәлерін аттырын солдырын оңыр бұл. Россияға да білдер художниктар. Оны бұл айылғаны көрін тұран жүйі бүт үлелері өтіп тем болар. Джон Сергента бұл Тоқ бұттын саңа білінер әлілер. Галерея аралы бұдын. Оның хен аджақайын сәңгәрін кәрәлілер. Мен аджыбатта дебәтін. Нар кейік, еттеқа нар толыру болады. Мастер-класстарға дағаны, қыры бұстапқалыға дағаны. Оның жәм мантын еңне өдеттар бұд, өші әлбейтір олдыру болды жаңын деймін. Thank you.
вот надо иногда вот подождать немножко, вот иногда смотришь, то бумага вроде бы уже подсыхает, но она еще влажная. В этот момент можно по рисунку пройти. Она уже сильно течь не будет, но можно рисунок попробовать сделать. Вот здесь немножко, конечно, чисто опыт, конечно. Но тем не менее. Галерея очень уютная, теплая. Это наше такое вот выставочное пространство, которым мы гордимся. Очень здесь проходят всевозможные выставки и также мастер-классы. Вот сейчас идет мастер-класс Иннокентия Корякина. То есть вот как бы вот мы, Союз художников, старается привлечь что-то интересное, вот, провести какие-то общественно значимые мероприятия вот в этой галерее. Художник Иннокентий Корякин картиналары Наха Чагылхайдар, Керелер, Аптах Курдуктар. Художник Аптах Тюлерге Майгыныр, Сахалы Матыптах, Кастюлях, Кихи Духатына Былыр картиналары сырьяр. Союзум көрді. Бүгін бұл мастер-класс ұйтықтақпын. Ол мастер-класс бар. Ұтты мен бәм үлелерім барыта күлі сөйлі бітірі себестақ болар. Ол ең бүгін әме күл сақабыт оғын оғырын көрек бұд. Гризайлден техника бар. Ол аты бір дүйінінен тоңғар аран ұрғынтыған көрек бұд. Чей рухи бабуте, и хоро котен рухи дугуту, хай дагы кесен дахаста. Хотор да рухи дам барбатам, че усил куту бахалах живе пистинде. А ренан хе вилюви рухи дурбан пастел, он во горякене и на кенти наха ото он рухи дара наха вилюви, картенларен. Олен бюгін билен хюрен тидим ге кахэп. Онан бюгін гризальден көрөвит бахалах, он живе писки барых пан наха бахаравын. Мне не всегда все темы, а рак живопись урою дурбут полудухай, так что это был маннак учхей. Накинти очень мастер-класс хайдах Ахань Харей. Мастер-класс был это бюгун вончик и гэлда. Бары тэн уру турухи дау чонар был нахм кордах мэна. И дилера тахтара барбара шуя хэбдя. Бу хамэ крак ебит. Касса астага бита булла. Вон хастаханда. Наа шуэтик рухи дауд. Бірін ғана краска деген кейдетті. Бірі бұл біремемен құлғағынан бір дүйінінен оңырқайден бірділі қайдадым. Ол аты гризайлден техника бар. Аслені жылы біскі. Ол аты кіндер тоңар арақ сырдық, сырдығын қараңатын жүрілейдің оның қаяндар, оңыран тағыр-тағыр. Бұл ұлдағына әрдеттен әскей соңыр бұлдық, біремелерін деп батырым бұлдықына. Атын кімей мастер-класы сөйлетін дұғайдағы кәпсе? Мен атым Рожан Арсен. Мен бұл мастер-класы сөйлетім ағай. Мен рой дұрбон, еген сөйлетін. Оғызу ұрын дұрбон. Бұл қаттын ағай. Әрі кереға сұрдыққа тардығын. Керені өйден көрінден бүгінгі веревітін түмікті өт. Күн ақсын 11 аңар частан бұджа күскай береге бігігіннен бірге болың.